Такого вы еще не видели. По крайней мере, так описывает свое новое видео певец Амре. Песня называется «Ай Джоабын». Она, конечно же, о любви, о такой безответной, несчастной любви. «Не молчи, неужели наши чувства угасли?» Такие слова там есть. Примечательно, что эта песня полностью авторская. Я автор, с аранжировкой помог диджей Дио, а потом мы с моим продюсером Алмасом Амалбековым ее презентовали. Все сами, совместными усилиями. Получилась вот такая замечательная композиция. Съемки, кстати, прошли совместно с Gaku Entertainment под руководством режиссера Егора Лымарева. А это значит, что готовится нечто действительно впечатляющее. Будет что-то очень интересное. Я вам все рассказывать не буду, скажу лишь, что мы подготовили каскадерские трюки, причем довольно сложные. Все очень интересно и здорово проходит, но временами довольно сложно. Если вы заинтересовались, то вот вам небольшой намек на то, что именно подготовил певец. Мы хотели бы что-то необычное. Мы выбрали сюрреализм, то есть немного фантазии. Это, знаете, смесь а-ля с фильма «Интерстеллар» и фильм, может быть, «Начало». И вот с этой идеей мы поделились Gaku Entertainment, с Егором. Мы это обсудили, ему все это понравилось. Соответственно, он уже полностью написал концепцию, и мы все это согласовали. Сама презентация намечена на начало июня, так что оставайтесь с нами и следите за новостями.